наш класс, мы на пороге обернемся, последний раз вам улыбнемся, и не забудете вы нас. Песни «Пусть и под дождем» для любимых учителей. В этом году в 53-й школе Барнаула выпускают звездный полицейский класс. Вы своим внешним видом, своим поведением, своим старанием, своими успехами вносите неоценимый вклад в охрану общественного порядка, в борьбе с преступностью. Классная мама 11-го А Людмила Гунько, кстати, учитель физкультуры, для своих учеников приготовила особый подарок – свисток. Обычно он у нее на груди, а теперь будет оберегать и ее детей. И вот какой это класс? Ой, они, я даже не могу сказать, и активные, любимые, я не знаю. Это, знаете, стена, которая вот всегда выручит и всегда сделает все, что вот требуется. Вместо галстука и рубашки уже традиционная школьная форма и прощальный вальс. Обняли нежные женские руки, немного радостно и грустно просто покидать школу. Потеряла детей. Не знаешь, как будешь без одноклассника, без классного руководителя, который всегда был у плеча и помогал. Уроки, баловство наше, мы не всегда же были спокойными. Поэтому и по всей компании нашей мы никогда больше так не соберемся, не сядем так на уроки. 11 лет мы здесь отучились. Такие учителя. Ну и вообще вот эти ощущения, что в новую жизнь входить, это очень страшно. Ну и прощаться очень больно. В этом году последний звонок прозвенел в 85 барнаульских образовательных учреждениях. И со школьным звонком в новую жизнь отправились 11 тысяч выпускников 9 и 11 классов. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.